Здорово! В данном видео вы увидите интересные, а некоторые полезные программы для вашего ПК. Но помни, если у тебя свой ПК, то скачивать все, что вы увидите, не рекомендуется. А если вы хотите увидеть первую часть, ссылочка есть в описании. Wallpaper Engine. Многие знают, поэтому скажем мало. Эта программа позволяет ставить анимированные обои прямо на ваш рабочий стол. При должном умении по нажатии двух клавиш вы сможете скачать фильм с интернета и поставить его себе на рабочий стол. Но если у вас слабый ПК, то вы будете часто его отключать, а потом вовсе забьете и перестанете запускать эту программу. Super F4. Думаю, тут и так ясно. Это как Alt F4, только круче. Как пишет сам автор, когда вы обычно нажимаете Alt F4, Windows лишь просит программе закрыться, и она может отказаться. А с этим Super F4 программа будет убита и закроется. WinLaunch. Не засоряй рабочий стол парашей. Это же ужасно. Как тебе такое? Считаю, что у тебя всегда под рукой второй монитор. Легко и быстро можно открыть то, что тебе нужно. Главное закинуть эти программы или игры в данную программу, и теперь твой рабочий стол хоть немного, но станет чище. Format Factory. Легко и быстро будет поменять формат видео. Это очень полезно, когда у тебя некоторые форматы а-ля MP4, а другие вообще .avi. Идти надо все, чтобы все было в одном формате. Удобно и быстро. Handbrake. Данная программа сжимает видео, это очень сильно помогает, когда видео весит по 20 гигабайт, а само видео идет каких-то минут 5. Вот и все. Да, программ очень мало, а видео еще меньше. Ведь зачем топтаться одной программой минут по 15? Ведь я сэкономлю ваше время, и если вам не сложно, лайки и подписка все еще бесплатны. Так что если хочешь, то поставь лайк, поддержи меня. Ведь это так просто, но это так приятно.